Всем привет! Сегодня обычный будний день, ничего такого прям сверхяркого не происходит. Я пришел с колледжа, покушал, и теперь с Пашей направляемся в зальчик, будем прокачивать свои мышцы. А я вайфай нашел. Будем прокачивать бицуху там, но сегодня у нас будет тренировочка на грудь, сегодня я Паше сисечки прокачаю. Сейчас будем делать с Пашей жим лежа. На гриф уже навешали 60 килограмм блины, вот. Два блина по 15, и тут два блина по 15. 60 и гриф 15. Сначала делаем жим лежа по 10 раз. Ну, будем либо пирамида, либо по 10 раз. Потом будем делать кроссовер, пуловер. Ну, все, что делается на грудь. Я считаю, кроссовер, пуловер и жим лежа – самое лучшее упражнение на грудь. Вот так вот. Вот, наконец-то, мы и добрались до моего самого любимого упражнения – это кроссовер. Сейчас будем его делать, и у Паши пиздец, как разорвутся сиськи. Наш тренировочный день уже почти подходит к концу. Сейчас осталось самое последнее упражнение – это брусья. Баночки уже напряжены, просто пиздец. Грудь разрывает. Решил взвеситься, так как я болел больше 2 недель и слил, мне кажется, килограмма 2-3. Давайте посмотрим, сколько я вешу. Килограмм. Ну, хочу вам сказать, неплохо. 70 килограмм – это, в принципе, нормальный вес, учитывая для моего роста и то, что я болел чуть больше 2 недель. Я думал, я очень много солью, но ничего, слил 1 килограмм, в принципе, нормально. Вот и закончился наш тренировочный день. Мы с Пашей переодеваемся и немного секса для вас. Немного секса для вас. Ребята, я вас зазываю никогда не пить и не курить, так как вы вредите своему организму. Занимайтесь спортом, как и мы с Пашей, ведь это полезно. Вы растете, развиваетесь, у вас растут мышцы, вы становитесь красивее. И все телочки будут ваши. Ну, а девушки, ходите в спортзал и качайте попу, и тогда все парни будут ваши. Сегодня 8 марта, Всемирный женский день. И в этот день я хотел бы поздравить всех девушек и женщин с 8 марта, пожелать вам здоровья, любви и всего самого наилучшего, чтобы все ваши мечты сбылись. День сегодня просто замечательный, солнечный. Мы вышли с Пашей, чтобы погулять и покататься на скейтах. Сегодня солнышко светит вовсю. Хотели пройти на даунхилл и через Олимпийский, так как это было бы быстрее. Но тут просто пиздец, как много людей, потому что сегодня был футбол, и все люди направляются со стадиона. Пришли с Пашей на парковку на Олимпийский, и тут просто пиздец, какая идеальная дорога. Сзади меня находится Олимпийский. Вот можете посмотреть высоту. Высота здесь, в принципе, приличная. Я хочу по этому забору проехать на скейте. Никогда не повторяйте этого, потому что вы можете пострадать. Я тоже могу пострадать, но это уже дело мое, а ваше дело не пострадать. Забрались мы наконец-то на самое начало даунхилла, но эти даунхиллы предназначены для лонгбордов. Мы будем съезжать на обычном скейте.
Это просто Unreal, ребята, у меня так текут слезы. Там такая скорость неимоверная. Главное это быть уверенным в себе. Если сразу, знаешь, то я, вот когда знаю по себе, я много падал, когда сразу начинаешь нервничать, сейчас думаешь, что сейчас упадешь, ты сразу падаешь. Нужно просто уверенно знать и ехать. Он сейчас едет на двух скейтбордах. Охуеть. Блядь! Ого! Это пиздец. Я только что так упал. Рука вообще вон висит и не двигается. Я не знаю, что с ней. Она, блядь, пиздец как болит. И главное, я упал бочиной, а болит почему-то рука.